по-моему, как-то пешком шли. Ну, то ли с палочкой. Ну, пешком, вот так. Да. А тут городовой. А сегодня подъехали. Сегодня подъехали. Ты на время посмотри, сколько времени. Я буду смотреть, надо где-то. Ну, давай сюда. А он тапочки смотрит. Это все съедобное. Мелкие пряники, покрытые темные, светлые глазки. Тоже иначе не хочешь. 750 рублей. А где же там знаменитая рюмка, Жень? Как вы нам отказали? Сколько времени, Жень, смотри? Мы находимся с вами в Елабуге. Какая красота! Какие запахи! Блин, это классно! Высокие точки, там высокая точка. Зажигали сигнальные огни, костры большие. Мы с той стороны вроде. Сразу станет Волга, в городе Волга. Туда съезжают на Волге. Там всего слега. Денежные единицы никогда была величайшая. Даже сейчас. Отсюда вы сфоткай, Жень. Слушай, как классно. Как не быть здесь художником, Елабуге? Ну то есть мы были в нем. Разделила страну на наместничество на уезды. Она дворцовому селу Трехсвятскому дает статус уездного города. И возвращается старое название городского поселения. Алабуга. Ну, Алабуга, ну, тюркского происхождения. А здесь уже в конец 18-19 века здесь 90% росла. Как же сделать? Ну, там еще. Хочу посмотреть шалфей. Здесь, по-моему, нет его душиться, может. Нет. Нет.
красиво. Такой воздух. Немножко не такой свет. Расскажу свои эмоции. Мы были сейчас в Елабуге. Причем это Елабуга. Почему-то я думала, что это Ялабуга. Мне как-то это так звучит гораздо красивее. Там мне больше нравится. Мне очень-очень понравилось. Там сосновый бор просто великолепный. Писать какие-то пейзажи там, блин, там просто шикарно. Что смогла, я засняла. Не знаю, наверное, ролик получится очень длинный. У нас сегодня две поездки, поэтому я его разделю на две части. Второй город будет во второй части. Потому что очень длинный, вы просто не смотрите такой длинный. Там очень красиво, мы приехали, там были животные, я кормила лошадку, пони, с руки кормила, и такие мягенькие там губки, она так классно берет. Вот тоже это все записала, смонтирую, надеюсь, все получится. Там курочки, курочки были с такими причесочками, такие вот какие-то, вот такие у них это там, ну, тоже все засняла, там курочки такие сякие там. Какие-то там птички, но я шла там почти чуть ли не последняя, поэтому названия их я не слышала, не знаю, камера услышала или нет. Увидим там, ну, увидите. Павлины были, я павлину чуть-чуть засняла. Потом мы прошли, поплыли. Вот, даже мне, кстати, лучше стало видно. Пошли мы потом к лошади, там красивая лошадь. Фотографии будут в Инстаграме. Скорее всего, и в конце ролик, ну, мои, как я фоткала с лошадкой, будут в Инстаграме. А отдельную лошадку, по-моему, я не фотографировала. Не знаю, может быть, у мужа посмотрю в фотоаппарате, что у него там. Но будет видео. И там был верблюд, молодой верблюд. Я думала, уже он такой большой, взрослый. Ему, кажется, всего годик, это девочка. А живут они где-то 25 лет. Лошади тоже 25 лет. Лошади было 16 лет. Вот, такие прям вообще, тоже их покормила, все боятся. А принесли сухарики, говорят, вы можете покормить лошадку, там вот пони был, там все стоят. Я думаю, ну что все стоят, мне надо снимать. Я взяла самые первые эти сухари и пошла я кормить их. С руки прям вот так вот даешь на ладошке, самое главное, чтобы ладошка была открыта. То есть не просто вот так вот держите, да, там кусочек, а именно открыто, им удобнее брать. Вот, очень понравилось. Хотел сказать, очень вкусно. Вот, очень мне понравилось. И они с руки едят так классно. Конечно, страшно, что сейчас цапнет тебя. Но нет, она мягкими губами так берет аккуратненько. У верблюда у него вообще такие прям большие губы. Я говорю, верблюд у нас не плюнет. Ну, нет, говорит, она не плюнет. А то, думаю, сейчас жует, она еще так стоит напротив меня, сейчас как камера. Ну, сейчас как плюнет мне. А, правда, она чихнула, кстати. Чихнула, да. У меня чуть-чуть там это так вот это пару капель попало. Вот, все, мы поплыли. Сейчас мы плывем в другой город, Нижнекамск, по-моему, он так называется, через пару часиков. Вот этот будет отдельный ролик, как я уже говорила. Так, также леса, очень красивые леса. Потом откуда-то вверх с горы мы снимали, я на видео фотографировала. Фотографии, наверное, в конце ролика будут. Посмотрим, я постараюсь сделать так, чтобы он был не совсем длинный. Надеюсь, все хорошо будет с этим. Если будет больше 10 минут, я надеюсь, что вы посмотрите, потому что я очень старалась. Вот. В любом случае, кстати, наверное, вот этот будет ролик в конце. Вот. Уже сейчас растут в лесу земляника, уже сейчас растет ягоды, там малина, грибы. Вот там леса такие красивые. Если честно, мне бы хотелось еще по лесу погулять. Именно в Елабуге. Они просто там шикарные, просто вот по тропиночке просить. Конечно, понятное дело, пойти по лесу с группой. Группа, конечно, вся разбежится, убежит, кому куда хочется. Вот, так вот, короче, получилось. Очень-очень-очень мне понравилось. В Елабуге мы, оказывается, уже были в прошлом году, я уже просто забыла. Сейчас я уже немножечко прикусила, брала булочку, вот, поела. Потому что сейчас у нас другой город, через час или там через пару часов, наверное. А ужин у нас будет только в 8 вечера. Да, самое главное, я вам не сказала, был там еще мастер-класс провели вот таких кукол. А я когда-то давно на
этом же теплоходе хирург Разумовский уже делала такие. Но я делала просто обыкновенно. А это с травкой. Обалденно, просто пахнет, просто нереально пахнет. Здесь душица, может быть, не знаю, еще что-то. Просто обалденно. У меня появилась идея дома сделать такие, можно много разных совершенно трав с разными запахами. Вот, с разными запахами можно около своей кровати разложить и засыпать. Или даже какую-то просто подушечку сделать ароматную, где-нибудь рядом с кроваткой ее положить, и когда спать, ее просто нюхать. Даже такая идея пришла. Обалденно, просто обалденно пахнет. Я сколько собирала трав, но я никогда их потом не нюхала. Я просто их складывала там и потом чай пила. А это вот просто невозможно, знаете. Блин, я вам 108 дала бы. У нее нет еще пока лица. А когда можно сшить лицо, и только тогда ей нужно дать имя. И, по-моему, у нее там вселяется, если не ошибаюсь, типа душа какая-то, вот что-то такое. Вот, ее зовут Мария. Зовут ее потому, что... Двигатель заработал. Вот, потому что ту женщину, которая нам помогала, ее тоже звали Мария. Очень светлая такая женщина, улыбчивая, помогает такая. Все, я там сделала только, по-моему, вот эту вот часть. Прошила ее и положила травку. Остальное она мне помогла, потому что уже время шло. Мы боялись на автобус опоздать. Вот, а она, поскольку это все знает, как это делать, и сделала все это быстро. У нее тут мешочки вот. Вот такая очень приятная женщина. Да, кстати, мы там еще покушали. А нас накормили блинчиками. Правда, мне пришлось есть все это грязными руками. Вот, ну, как бы я забыла салфетки влажные дома. Ну, не в смысле не дома, в каюте. Вот, и там был чай, не чай, а мохито. Был мохито, мне все время казалось мохито, он как-то, не знаю, никогда его не пробовала, не знала, как он вообще делается. Оказалось, просто воду, то есть, не так, кувшин, а в него кладется лимон, мята, мелисса, наверное. Заливается это просто холодной водой и настаивать. Это так вкусно, это обалденно просто. Но мы с вами обязательно попробуем его сделать, посмотрим, как это получится, у нас не получится. И был чай. Но мне кажется, чай там был еще сам пакетик чайный. Потому что он был темного цвета, он был горьковатый. Там что-то брусника, клубника, малина, что ли, что-то такое. Но такой был горьковатый. Аромат тоже вообще такой обалденно вкусный. Я думаю, блин, я еще много чего в мире не попробовала. Вот, ну, блины блинами были. То есть обычные блины, как, ну, как всегда, в принципе. Ничего такого особенного у них там не было. Вот. Это, кстати, лампа сзади меня. Там тоже. Там закрытая, тут открытая. А, вот, да. Еще чего-то вам сказала. Вот. Ну, все, пойду на палубу. Мне уже хочется ветерка уже, так это, чтобы меня обдуло немножечко. Вот, надеюсь, что вам понравится этот ролик. Вот. И с вами был канал ArtMania. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.